Нет, ребята, так нельзя делать. Не делайте так никогда, не берите. Просто знаете, что делаю? Всем привет! С вами Тимми 3/8. И сегодня я расскажу, что делать, если ты потерялся. Вопросик. Моргать-то можно? Ай, глаза уже все мои. Потерялся. Не надо нервничать, не надо плакать, не расстраивайтесь. Наверняка мама и папа вас уже ищут. В этом видео я вам расскажу, что надо делать. Если ты остался один без взрослых, то стой на месте, никуда не уходи. Они, если заметят, что тебя нет, они обязательно вернутся. О, мам, ты меня нашла! Видите, все очень просто. Ребята, ну если вас родители до сих пор не нашли, то обязательно сделайте селфи, и они вас точно найдут. Надо вот такой вот сделать какую-то красивую местность и там ждать. И не забудьте отправить маме. Ребята, еще не забудьте отправить маме геолокацию. Это лайфхак от Тимика 3/8. Не вздумайте играть в игры. Хоть и скучно, но может телефон разрядиться. Ждите. Ребята, а еще один лайфхак от меня. Вы можете сфоткать улицу, где вы находитесь, все. Но еще самое лучшее, вы можете улицу, адрес и номер дома. И это родителям поможет сориентироваться, им будет легче вас найти. И главное правило – стой на месте и не уходи! Когда вы гуляете, держитесь за маму крепко. А лучше всего вот так держаться. Вот тут вот хорошо, еще прикройте и застегнитесь. Будет вообще супер хватка. Ну быстрее! Вообще мы сейчас опоздаем, нам на 16:21, 20 минут сейчас только потерять. Но что, если вы потерялись в метро? Да, если вы подумали, можно позвонить, здесь связи нет. Но это все равно не проблема. Вы можете найти сотрудника метрополитена вот в такой вот кабинке. Вот, видите, будка? И он обязательно вам поможет. Но ни в коем случае не разговаривайте с посторонними людьми. Ребята, здесь очень легко потеряться, так что будьте внимательны. Видите, сотрудник метрополитена помогает дедушке, поэтому он вам поможет найти маму. Хотела вначале быть пилотом, уже захотел стать архитектором. Пошел на рисование. Кстати, ребят, вам надо под этим видео набрать очень много лайков. Каждый должен подписаться. Я вас научу делать крутые работы. Профессиональный художественный школьник.
Так что вам надо подписаться и поставить лайк. Ребята, когда вы ходите в лес, обязательно берите либо же свисток, либо же дудочку. Она нужна вам на случай, если вы потеряетесь. Она громко свистит, и мама вас всегда услышит. Дудочка нормальная, не бракованная. Сейчас проверим. А как на ней играть? Вот такая вот громкая дудочка. Мама обязательно меня найдет. Но главное правило это ждать на том месте, где вы потерялись. Ну что, сейчас мама, наверное, придет. О, а вот и мама. Ребята, ну если нет у вас дудочки либо свистка, надо кричать. Вы всегда это можете. А вы в школе кричали? Кричали. А в садике кричали? Наверное, кричали. А маленькими, когда плакали? О, плакали, нашли ответ. Я вам скажу, как надо кричать. Мам! Мам! Мадам, мы с тобой домой. Мамочка моя любила. Мы сегодня пойдем гулять. Мам, я так люблю ходить в торговые центры. Как я наушники разыгрывал. Это такая же фирма. Смотрите, какие у меня прикольные наушники. Здесь музыка играет. I'm gonna take my horse to the old time road. Мам! А где мама? Ребята, если вы потерялись в торговом центре, вам надо найти сотрудника торгового центра, сказать имя, фамилию, как родителей зовут. Они обязательно сделают объявление по громкоговорителю. А вы когда-то терялись? Напишите в комментариях, как и как вас находили. Мне будет интересно почитать. Ребята, обязательно заряжайте телефоны, а также не доверяйте незнакомцам и будьте внимательным, не теряйтесь. Ребята, но если вы окончательно потерялись, то вы можете только довериться полицейским. И, кстати, не забудьте завести бэджик с именем, с фамилией и с номером телефона мамы. А давайте подойдем к полицейским. Я потерялся, вы мне поможете маму найти? Конечно, помогу. Вот, ребят, я вам говорил, что они вам никогда не откажут. Это одни из тем, которым можно верить. Это очень просто, не стесняйтесь. Нет, ребята, так нельзя делать. Не делайте так никогда, не берите. Просто знаете, что делают? Но это финальное все, что я хотел сказать. С вами был Тимик Перевосьмерки. Подписывайся на канал, ставь лайк. Всем пока-пока. Та-та.